находимся в Похоре. Сегодня вот собрали все застрявшие тут туристы. Да, не все соблюдают дистанцию. Ну что делать? Сегодня открыли дороги и говорят, что это, возможно, до середины апреля последняя возможность уехать из Похоры в Катманду. Поэтому все надеются, конечно, уехать сегодня. Полиция привезла туристов, так как транспорт не ходит городской. Занимаются извозом. Наверное, уже час прошел, но пока что не близится еще посадка в автобус. От всех выставили в линию, до этого какие-то списки. То ли записывали, то ли сверяли. Как будто бы даже сейчас начнут сажать в автобус. Это ресторан Moon Dance в Похоре. Они организовали раздачу бесплатную еду для иностранцев. То есть каждый день с 12 до 2 они раздают бесплатные долбат. Вот люди просто подходят, никаких списков, просто нужно подойти в нужное время и получить еду. What? Wash your hand, please. Wash your hand.